народном сознании такие тяжелые наркотические вещества, как морфий, героин, тяжелые наркотики, выглядят очень страшно. Хотелось бы поговорить о более привычных вещах. Запой. Неумеренное, неограниченное употребление крепкого напитка, как правило, водки, в страшных для жизни дозах. Как же быть? Скорая помощь вряд ли вам поможет. Какая-то специальная наркологическая помощь тоже не всегда рядом. Простое средство. Сегодня вы выпили литр водки. Завтра пьете пол-литра, бутылку. Лучше на протяжении дня маленькими в вашу меру дозами. На следующий день выпиваете 250 грамм. Еще через день 125 грамм. Таким образом, ваше сознание постепенно меняется стереотип в вашем уме. Усилия должны следовать по цепочке. Ничего не произойдет с понедельника. Мелкими, но постоянными и целенаправленными шагами мы придем к радости жития, жизни. Бытия. Вот основное, что хотелось бы сказать на эту тему. Эта проблема, на мой взгляд, гораздо серьезнее и острее, по причине общей доступности, чем употребление тяжелых наркотиков. Употребление тяжелых наркотиков доступно малому количеству людей, так или иначе связанных или с медициной, или же с преступным миром. Тема сложная, серьезная, глубокая и требующая долгого и тщательного анализа. Алкоголизм же, он рядом с нами. Вот идет пьяный сосед. Вот женщина, покачиваясь, ведет ребенка в детский сад. Эти картинки знакомы всем. Попробуем остановиться. Желаю успеха на этом, конечно, нелегком пути.